Привет, друзья! Меня зовут Валентина, и мы на канале Мир Вкуса. На своем канале я занимаюсь различными видами рукоделия, которые меня вдохновляют. И в одном из прошлых видео мы с вами шили 9 вот таких крейзи блоков, которые сейчас начнем превращать в панно. Сегодня мы сошьем центральную часть, сейчас будем с вами сочинять. А в чем будет заключаться это сочинение? Сейчас нам предстоит решить, как же будет лучше шить. Или вот так всплошную шить все эти 9 блоков. Или проложить между ними полоску. Полоску я заготовила шириной 8 сантиметров вот такого яркого бирюзового цвета. Но я ее заготовила для того, чтобы затем по краю обшить, сделать для этого панно. Первую рамку, их будет здесь, наверное, 3. Панно будет достаточно большим. А сейчас я хочу решить, может быть, между вот этими блоками вставить вот такие полоски в 2 раза, допустим, уже. Как вы думаете, может быть, будет намного аккуратней все это смотреться? Или все-таки сошьем вот так, сплошную, и затем обощем вот этой полоской. Давайте подумаем. Нарезала полоски шириной 4 сантиметра, ну а длиной, соответственно, по размеру квадратика, то есть 15 сантиметров, и вшила эти полоски сначала вот тут в длину, и такую же полоску сейчас отрежу. Одну, ну и здесь вторую тоже вошью. Таким образом соберу наши блоки в одно полотно. Сначала прикалываю, конечно же, булавочками. И потом прошью. Отглажу и вернусь к вам. Далее я отрезала полоски по размеру уже получившегося полотна. Сначала пришью 2 полоски вверху и внизу, и потом измерю, отрежу 2 полоски, пришью по бокам. А тем временем я вырезала полоску шириной 15 сантиметров для основы будущей каймы, также в крейзи технике. Беру полоску, прикладываю, затем следующую, вот таким образом, тоже прикладываю, прикалываю. Так, лишнее срезаю, потом все равно полоски будем выравнивать. Делаю строчку, затем отогну и буду пришивать следующие полоски. Таким образом, на 2-й полоске параллельной у меня уже вот такая картина. Эту работу я продолжаю. А также у меня возникла идея, так как мне очень понравилось собирать вот эти крейзи-блоки, на серединке других противоположных полосок каймы я соберу тоже такие же крейзи-блоки. Друзья мои, пока что все выглядит вот таким образом. 2 полоски готовы. Я их прогладила и выровняла, но еще не пришила к основному центральному полотну. И как видите, верхний блок, крейзи блок, вот верхний и нижний тоже приложила, они готовы. Друзья, работа постепенно продвигается. Вот в таком состоянии, смотрите, сейчас все находится. Мне нравится яркость, позитив изделия.
И, как видите, уже боковая кайма пришита. И предстоит еще верхнюю и нижнюю сделать. И для нее у меня уже есть какие-то заготовки. Я продолжаю все это делать. Вот такие вот уже есть полоски у меня. Сейчас спешу на работу. И шитье придется немножко отложить. Поэтому до следующих встреч. Заходите почаще на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи на канале Мир Вкуса.